Сьогодні у програмі дізнаємось про хвороби спини і як їх лікувати. Навчимось правильно доглядати за садовими рослинами навесні. Дізнаємось про коронавірус у тварин. Сьогодні поговоримо про розпространені заболівання і причини болі в поясничному відділі позвоночника. І почнемо ми сьогодні з протрузії. Ми дуже часто слышим, у нас протрузія, у мене протрузія, болить спина. В принципі, це начальна стадія грижі. Як вона проявляється? Характерно більше для людей від 20 до 35 років, які ведуть активний образ життя, посещають спортзал, либо зв'язані з роботою, якісь нагрузки на поясничне відділ більше йдуть. Проявляється вона може острою болю в області поясниці. Что это такое протрузия? Есть у нас тело позвоночника, это костная структура, есть межпозвоночный диск. Эти три структуры между собой связаны фиброзным кольцом. Это как сетка, если сравнить, сетка, которая удерживает этот межпозвоночный диск. Вследствие нагрузки рвется фиброзное кольцо и выпячивается частично межпозвоночный диск. Это еще не грыжа, но это ее начальная стадия. Может проявляться острой резкой боли в области поясничного отдела, но она не отдает никуда, ни в ногу, ни стрелять. Нет ни онемения, ничего. Просто есть локальная боль в пояснице. Данную проблему не стоит лечить, бежать срочно, делать какие-то упражнения. Очень часто сталкиваемся с тем, что люди идут на йогу, разминать им надо. Тут достаточно всего лишь покоя. Чаще всего это 2-3 недели. И боль самостоятельно уходит. Можно выполнить посещение массажиста, который просто приведет порядок мышцы. Есть такая методика кинезиотерапирования, которая тоже разгрузит проблемы. Грыжи поясничного отдела. Грыжи могут быть на протяжении всего позвоночника, но чаще всего они встречаются либо в поясничном, либо в шейном отделе. Когда кольцо дорывается фиброзное, и межпозвоночный диск выпячивается больше. Тем самым он ущемляет корешок. Когда корешок ущемляется, в зависимости от объема этой грыжи, может быть прострел до ягодицы, может быть боль ниже идти, до голени, либо в пятку. Чем больше грыжа, тем дальше боль. Никогда эта боль не отдает по передней части бедра. На протяжении 3 месяцев, если это начальная, то есть это впервые выявлено, она должна сама самостоятельно перестать болеть. На данном этапе могут использоваться какие-то противовоспалительные препараты для того, чтобы убрать воспаление в этой зоне, тем самым грыжа станет чуть меньше и перестанет давить на корешок. Это мягкотканая проблема, и можно устранить как и оперативно, так и консервативно. Оперативно рекомендуется больше для тех людей, у которых это свежевыявленная проблема, то есть она где-то в течение 2 месяца впервые заболела спина, и у пациента нет времени на консервативное лечение. Тогда это чаще всего это оперативное лечение. А сейчас есть тоже много различных методов, которые позволяют это выполнить с маленького разреза, с маленького доступа. Пациент в этот день уже поднимается, ходит. Есть единственное, определенное ограничение там, по физнагрузкам. Если этот пациент более старшего возраста, длительной боли больше 8 лет, тогда это больше консервативный метод лечения за счет, опять же, реабилитации, за счет медикаментозной терапии. Потому что оперативное лечение может привести к хроническим боли. Есть миофасциальный синдром называется. В чем он заключается? В том, что у нас вообще структура организма, она как слоеный пирог, кожа, подкожка, мышцы, фасция. Из-за постоянного вынужденного положения могут образовываться спайки между фасцией, мышцами, фасцией и подкожной жировой клетчаткой. И любой наклон не дает растянуться от этой фасции. Тем самым он создает такую тянущую боль, прострел именно в этой зоне. Методика лечения заключается чисто в реабилитации. Массаж, улучшение скольжения мягких тканей. Стеноз канала – это уже осложнение других патологий поясничного отдела. В чем он заключается? В том, что межпозвоночный канал ущемляется вследствие грыжи, вследствие каких-то врожденных заболеваний. И это острая боль, это хроническая боль, это ограничение ходьбы. Пациент может выйти с машины и пройтись до двери и начинается болеть. Ему нужно для того, чтобы боль успокоилась, присесть, посидеть, отдохнуть, и тогда он может обратно там выполнять. Это онемение в нижней конечности. Это боль по всей конечности. Методом лечения тут больше уже идет оперативный. Если это там грыжа, которая ущемляет шину, то есть она уже очень большая и ущемляет не только корешок, а и межпозвоночный канал, то это оперативное лечение. Весна у нас ранняя, теплая, пришла очень быстро к нам. И с ранневесенними обработками сада нужно очень поспешить.
То есть это прежде всего обработка по голому дереву, по голой ветке до распускания почки. Это большой спектр препаратов в разной очень ценовой политике. Могут быть недорогие препараты по принципу железного купороса, медного купороса и уже более сложные комплексные препараты, которые сразу работают как по вредителю, так и по болезням. То есть это могут быть нитрофены, это могут быть ДНОКи, препарат масляной эмульсии 30В. Их очень много. То есть обработать нужно, чтобы потом иметь действительно хороший урожай. Также крайне весенние обработки – это еще и обрезка сада, зачистка сада. То есть мы убираем сухие ветки, больные ветки, и вот все вот эти спилы и срезы мы заделываем садовым баром. Это позволит не только не бежать тому соку, если мы срезали достаточно живую ветку, но еще и закроют эти срезы от попадания болезни или вредителя. Также ранневесенняя обработка – это и покраска стволов деревьев побелками, так называемыми блоками. Это уже смеси, растворы, клеи на основе клея, скажем так. Это удерживает их на стволе, не дает им осыпаться, смыться дождем. Но и помимо всего этого, это точно также лечит и подготавливает дерево к дальнейшему, скажем так, полноценному и здоровой жизни. То есть такие блоки могут быть как с медным купоросом, так и с железным купоросом. Могут быть и просто беленькие. Но еще помимо всего могут быть с лечащими препаратами. Могут быть даже с глиной. Это если после зимы деревья пострадали, кора где-то и лопнула, и обвалилась, то такие открытые места хорошо было бы закрыть. Так как весна пришла к нам очень-очень быстро, уже многие растения, в основном и кустарники в том числе, они уже ожили, они выпустили листик. И обработки для них уже идут несколько иные. Это такие обработки, которые проводятся уже по листику. Таких препаратов тоже масса. Могут быть простыми, а могут быть и комплексными, а можно составить баковые смеси, которые будут сразу работать на вредителя, на болезни, то есть добавить туда стимуляторы, удобрения и прилипатели. Допустим, хороший состав получится, если смешать хорус или калипсо. Это еще и такая баковая смесь, которая выдерживает низкие температуры. Ними как раз вот сейчас можно обработать тех, кто распустился, но в то же время требует уже обработки. Не забыть про обработку сада такими препаратами, как коллоидная сера, допустим, или инферно. Это борьба не только с грибковым заболеванием, но и с эксодовым клещом. Конечно, сад нужно накормить, подготовить к тому, чтобы он потом нас порадовал урожаем. Хорошо будет сейчас работать аммиачная селитра, карбамид – это азотное удобрение, которое разбудят наши деревья и кустарники. Добавить также, допустим, суперфосфат, калийная, калимак, диамофоска, там, где побольше фосфора и калия, то, что разбудит корневую систему и заложит урожайность наших деревьев, кустарников и всего нашего сада. Помимо обработки плодовых деревьев, у нас сейчас очень много у людей, скажем так, личных парковых зон. Это и хвойники, и какие-то лиственные деревья. Их тоже нужно и от болезней, и от вредителя обработать. Хорошо с этим справляются такие препараты, как Angel, Horus, Score. И, конечно, задать удобрения. Это удобрения, которые можно рассыпать, удобрения, которые можно пролить. Это уже как кому удобно, какую форму работы с хвойниками выберут. Не за горами работа по огороду. И сейчас, в принципе, да, нужно подготовить, подобрать семян, нужно подобрать обработочки по семенам, чтобы их можно было замочить, обработать, чтобы потом все это не болело и радовало обильным урожаем. Весной, помимо того, что сезон клещей начался, не забудьте сделать своевременно прививочки, плановые нормальные прививочки своим питомцам. И коль мы уже заговорили о прививочках, хочу всем пояснить, что коронавирус собачек никакого отношения к людям не имеет. Люди не могут заболеть этой болезнью. Это такая же чума, энтерит, коронавирус, панликопения. Это такие болезни, которыми собачки болели всю жизнь они от этого прививались, и к вот этой эпидемии не имеют ни малейшего отношения. Поэтому не нужно никаких предпринимать каких-то вообще нереальных мер. Просто вовремя сделайте прививочки своим животным. Вакцина есть в наличии и от коронавируса в том числе. Все время просто любите своих животных и вовремя делайте профилактические обработки. Еще хочу уточнить, что вакцина
от коронавируса животных не имеет никакого отношения к людям. Эту вакцину покупать и делать себе нельзя. То есть в лучшем случае вы просто не добьетесь никакого успеха, в худшем случае это могут быть местные всевозможные нарывы, абсцессы, могут быть стрессы. В общем, эта вакцина предназначена для животных, и к коронавирусной инфекции людей никакого отношения не имеет.